Давайте, проходите. Мы сегодня собрались здесь, чтобы почтить память нашего безвременно ушедшего друга. Сегодня на его могиле открывается памятник. Хотя Валя поставил памятник себе при жизни своим творчеством. Он был очень талантливым художником, он был по-настоящему талантливым другом. И как последние годы его жизни доказали, был одним из самых мужественных людей, которых я знал. Мы будем приходить сюда, но и каждый день мы будем вспоминать его работу, его слова, его образ. Замечательного человека, которого нам всегда будет не хватать. Знаете, Валя, Валя Господь послал совершенно уникальный дар. Он не просто создавал красоту в этом мире, он, по сути, врачевал людей с помощью этой красоты, потому что он давал людям уверенность, давал силы, избавлял от комплексов. И в общем, давал, по большому счету, крылья, даже тогда, когда у него самого не было сил, чтобы сделать полшага. Я вот вспоминаю момент, когда моя дочка заканчивала школу, и как у всех девушек, у нее впереди был выпускной, и она, конечно, хотела быть королевой. И я позвонил, но он был очень плох, очень. Он сказал мне: ну приезжайте, мои девочки там все сделают, помогут выбрать. И когда мы приехали, внутри был Валя. Его буквально качало ветром. Я помню, что он вот полулежал на этой банкетке в центре зала, и провел с нами 3,5 часа и давал советы, и говорил, как лучше. Вот. И у меня был просто комок в горле, прям хотелось плакать в этот момент, но Валька так сделал все это легко и с такой улыбкой своей, вот, которую мы все помним, совершенно особенной. Все мы знаем, что он был человек очень невысокого роста. Но
по мне, так здорово, что вот здесь он вот выше всех нас. Я чувствую, что он действительно как человек совершенно вот надо мной где-то. Вот. И это ощущение, оно очень точное вот сейчас здесь. Прошел год уже, больше. Буквально красота. Живет тут вокруг нас. Дает многим из нас силы для полета. Я ему вот за те минуты с Сашей вместе бесконечно благодарен. И за все остальное тоже. Спасибо. Дорогие друзья, Марина, так случилось в судьбе, что мы с Валентином познакомились в 1982 году. Это было под Звенигородом, в армии. Мы служили тогда в армии вместе. И, конечно, тогда я никак не мог представить, что Валентин станет выдающимся мастером, которого будет знать весь мир. И столько любви будет у людей за его творчество. И, конечно же, я не думал о том, что вот так случится, что через 40 лет мне придется делать скульптуру Валентина. Ну так, видимо, Господу было угодно. И в общем, мы с Мариной думали, какой проект делать. Потому что в 90-е годы я сделал другую композицию для Валентина. В работе с ножницами в руках, манекен, и спадает ткань, он на себе держит ткань, и она переходит на манекен, то есть совершенно другая позиция. И вначале даже Марина предложила, может быть, за основу возьмем тот вариант. Но подумав и обсудив, и вот Галина принимала участие, все-таки пришли к выводу, что тот вариант — это памятник для какого-то другого места. И поэтому было предложено вот его одна из любимых поз, как я его помню, потому что мы с ним часто встречались. И улыбка обязательно, что было сказано. Ну и, к сожалению, уже его основной инструмент — это ножницы, ткань, которая лежит у подножья, и уже не работающие ножницы, к сожалению. Здесь, может быть, не все видят. Конечно, он ушел в то время, когда он еще мог создать очень много красивого, прекрасного и порадовать многих людей своим творчеством. Царство небесное, братья. После всего сказанного что-то добавлять достаточно бессмысленно, потому что все понимают, какой величины человек нас покинул год тому назад. Он действительно был мужественным человеком, он был большим мужчиной, это я уже как доктор говорю, зная, как все это он добивал, сколько лет все это делалось. И он был очень мужественным человеком, только мужчина способен на такое перенесение того, что он имел. Одно хочется сказать, знаете, что, наверное, многие, как они называют себя, кутюрье, являются действительно художниками. Кто лучше, кто хуже, кто больше, кто меньше. Но они создают искусство прежде всего. Но очень мало людей из них создает одежду для людей. Это вот такая история довольно нужная и не такая частая. Валя жил для людей. Он любил людей очень. Он любил не только произведения дизайнерского искусства, но он любил людей, для которых он тоже очень много делал. Это очень важно. Я думаю, что если бы он, конечно, прожил подольше, то бренд Юдашкин, конечно, бы звучал очень-очень-очень
сильно не только в нашей стране. Валя, спасибо тебе. Я уверен, что его душа переселится во внука, далее. И это вырастут замечательные творческие ребята, которые будут гордиться своим дедом. Он не успел насытиться и общением с ним. Но я думаю, что мы все, пока будем жили, помним великого художника Вали Выдочки. Есть у кого-то еще, кто хочет сказать пару слов, потому что назвали, что немножко тяжеловато, уже прерывается. Я хотела попросить Людмилу Максаковну сказать два слова. Веленью Божию, о, муза, будь послушна, обидой не страшась, не требуя венца, хулу и клевету приемли равнодушно и не оспоривай глупца. Красота всегда идет вразрез с обыденностью. Ее не принимают, ее не любят. А тех, которые в конце концов находят дорогу красоте, я думаю, что музы, когда родился Валентин Абрамович, собрались самые красивые, самые изящные, самые нежные и нашептали ему слова, чтобы он делал женщин прекрасными, недоступными, легкими, обворожительными. Валентин Абрамович. Всем добрый день. Вы знаете, когда молодой артист приходит на сцену, очень важно, то сразу первый дает ему возможность почувствовать себя в своей тарелке. И ситуация у меня замечательная. И те уроки, которые он преподносил по всей моей творческой жизни, по всему этому пути, они были просто необыкновенными, потому что не раз совет такого мастера, как Валя, дает возможность почувствовать себя стабильнее, увереннее, раскрыть интригу и идти дальше. Мы очень долго не соприкасались в работе с Валентиной, потому что долго друг друга пересматривались. Но мне посчастливилось, начиная с 2015 года, работать с ним именно вплотную как с художником. Вначале это было шоу 10-20, куда Валентин вложил часть своей души. Он познакомил меня с прекрасными французскими мастерами, которые помогли мне сделать корейский хангок невероятно красивое платье с открывающимися пионами, с удивительными технологиями того времени. И это платье проехало по всем городам и весям нашей страны и наших дружественных стран вот именно с этим шоу. А дальше, когда мы уже поняли, что мы можем дальше работать, работа в коронавирус, в это сложное время, когда мы все были закрыты под колпаком, не могли друг другу прикоснуться, вы знаете, не могли только звонить по максимуму, что вы могли. И в то время не было ни материалов, ничего. Я обратилась к Ольге: «Валь, хочу поддержать своих поклонников, хочу поддержать русский народ, давай сделаем шоу «Пятый океан». Мне как раз исполняется полтинник, давай зажжем». А тема шоу была интересная. Это мои 60-е, 70-е, 80-е, 90-е, 2000-е и музыка современная. Это то время, которое на меня наложило отпечаток в музыкальном плане. Я слушала эту музыку, я ее полюбила, обожала. И мне показалось, что именно никто другой, как Валентин, хорошо знает это время, потому что он мой современник.
Сейчас хочется сказать несколько слов. Наш друг, с которым мы очень много лет дружим, это Дмитрий Песков. Наверное, Боря сейчас доволен. Он сейчас в лучшем мире. И, наверное, смех сверху смотрит на свою семью. Думает. А здесь он тоже все время живет. И будет жить всегда, потому что мы все его всегда помним. И те, кто был его друзьями, и те, кто были его поклонниками, поклонниками его творчества, и те, кто просто его любил, а таких в нашей стране очень, их миллион. И они его любят до сих пор. И пока живет эта любовь, он тоже жив здесь. Пусть он уже и забронзовел, он может себе это позволить. Мы его всегда помним. Мы гордимся этой памятью. И мы равняемся на него. Поэтому Валя, мы по тебе скучаем, но ты всегда с нами. Сейчас несколько слов скажет Татьяна. Очень красиво сделали памятник, и здорово, что люди могут подойти и вот увидеть его таким, каким он был. Таким улыбчивым, добрым, светлым. Мы помним его, Валя шил и фигурное платье шил, конечно, главное платье в моей жизни. Это свадебное платье, которое висит, и я надеюсь, что нужно мои девочки в нем будут выходить замуж. Поэтому, мальчики, понятно, что вы будете всегда помнить, всегда с нами. Я думала, почему вы? Да, я вижу всех, очень многие пришли в светлых, красивых платьях. Потому что Валя, наверное, сегодня именно вот так хотел бы, чтобы я был памятник именно красивым, без черного, без траура. И Валя, я говорю, что ты с нами, ты за нами следишь, ты видишь своих прекрасных внуков, дождался. И ты счастливый, в общем-то, человек, ушел спокойно. Я вас очень люблю, семья Игошкина, приглашайте вас чаще. Славочка запомнила мы очень долго решали, как вот Ирина жизнь сделать молодой, это, наверное, очень молодой. Пожилой не хочется. И вот мы как раз с Андреем тоже долго решали, потому что в разные периоды тоже был рад. Не хотелось очка, не хотелось, чтобы... Ну, тебе там не доходилось до них. Но не хотелось, чтобы он был наглядный дальчик, сказал, что я сделаю на классическую операцию. Мне хотелось, чтобы был какой-то средний возраст, который мы все большую часть жизни мы все знали. Вот, и чтобы больше умножали, потому что мы будем подходит, и что можно выполнить в самой красе. Здесь мы сделали, вот видите в углу эту плавку, который мы точно так же направить свой телефон. И вы всегда можете прочитать о нем всю жизнь. Спасибо вам всем огромное, что вы пришли, что вы его помните. И не только его друзья, а здесь люди, которые знают Валентина, которые его читают. И тоже вам огромное спасибо, что вы не пожалели субботу и приехали сегодня с нами на такое мероприятие, как открытие памятника. Спасибо вам всем большое. Конечно, конечно. Все это классно.
Из-за того, что мы такие скромные,